Сейчас о погоде. Здравствуйте, с вами Инга Гудаль. Прохладный тайм-аут продолжается. Более того, температура планирует еще немного опуститься. Но вот только с дождями пока не очень. Итак, на нашем севере завтра днем до плюс 29, переменная облачность. Ночью всего лишь плюс 13-15. В центральных районах и на юге днем до плюс 30, тоже переменная облачность. Ночью около 16 тепла. Послезавтра станет немного прохладнее, ждем плюс 26-28 без осадков, а в понедельник столбик термометра еще понизится. Он дойдет только до плюс 25 и опять же без дождей. Учимся преодолевать препятствия с обручем во рту, простите, в пасти. Этой таксе очень нужно было затащить обруч наверх по ступенькам, вот только он никак не хотел подниматься самостоятельно. Умной собаке потребовалось всего несколько минут, чтобы сообразить, что нужно просто взяться за другой край обруча. Вуаля, тест на IQ пройден. О погоде не только это все. Удачи вам, увидимся.